Я хочу поздравить Белорусскую академию музыки и педагогов, и студентов с юбилеем. 90 лет – это немалый срок. И, конечно, моя вся сознательная жизнь была связана с консерваторией Луначарского и академией музыки. Должен сказать, что, несмотря на все перипетии времени, в любое время в консерватории поддерживался высокий профессиональный уровень как студентов, так и педагогов. И этот фундамент заложили наши старейшие учителя. Сейчас уже работают их внуки, правнуки и достойно несут. Но поскольку я несут высокое звание музыканта, и поскольку я связан с фортепиано, то могу сказать, что этот фундамент заложили наши выдающиеся педагоги Цветаева, Шершевский, Бергер, Петров и представители московской школы, ленинградской школы. И несмотря на перипетии времени, бесспорно, вот этот фундамент, который был заложен высокого профессионализма, высокого служения искусству, продолжается и будет продолжаться на долгие-долгие годы.